Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка. И сегодня у нас с вами распаковка адвент-календаря. Ну, я думаю, что все уже знают, мои постоянные подписчики, они постоянно сейчас узнают, что бабушка просто абы какие календари не распаковывает. Они должны быть интересными. И совсем недавно мы с вами распаковали, впервые, наверное, да, на русскоязычном YouTube, мы распаковали с вами потрясающий адвент-календарь от Манюни, да, Манюа Фактори. Но сегодня у нас еще все намного интереснее. Сегодня мы распаковываем лакшери, азиатский календарь, адвент. И люкса азиатского на моем канале еще не было, что касается адвентов. Это самая настоящая роскошь, сделанная с такой любовью к женщине, но лучше, наверное, увидеть, чем слушать, хотя могу говорить о нем бесконечно. Это мой любимый бренд Florasis, потрясающий бренд, декоративную косметику выпускающий. У меня огромное количество видео на канале со средствами от этого бренда. И в этом адвенте они собрали все самое лучше. Это потрясающий адвент. Ну, давайте скорее его откроем, что же за тайны там таятся. Театр начинается с вешалки, а Florasis начинается с упаковки уже почтового ящика. Вот такая вот роскошь нас тут встречает. И я очень рекомендую заказывать все, что только хочется на официальном сайте этого бренда, потому что много гуляет на AliExpress подделок. Ну, это, я думаю, всем известно. Давайте скорее смотреть, что же здесь лежит. И здесь всегда нас встречает красивый пакет подарочный с очень хорошими ручками. То есть здесь пакет с прокладкой, с подкладкой, и это замечательно, потому что очень удобно все в нем дарить. Так, прям как у Louis Vuitton пакеты. Что у нас тут? Здесь у нас все в замечательной упаковке. И тут есть роскошная аннотация. Здесь нам рассказывают о бренде Florasis, об этом культурном наследии потрясающем, о секретах восточных древних императриц. Вот так вот очень хорошо все всегда упаковано, потому что внутри самая настоящая роскошь и драгоценности, которые так упаковывать и нужно. И на этот раз нас встречает вот такая шкатулка-книга. О красоте! Посмотрите, какая роскошь! Здесь снежинки и барельеф. Красиво очень сделано. Так, здесь у нас мягкая кожа. Буквы переливаются. Мягкая кожа с магнитиком. И давайте открывать. Давайте смотреть, что здесь. Ой, волнительный момент. Здесь всегда что-то совершенно необычайное. Так. И это потрясающий, совершенно потрясающий адвент на 12 дней от этого знаменитого бренда. Какие молодцы! И это первый люксовый азиатский адвент. Ну, так вот. Ой, давайте смотреть, что здесь. И давайте смотреть, что здесь за наполнение, что здесь вообще происходит. Какая же роскошь! И первое окошко, что у нас тут? Давайте смотреть. Раз и все. Знаете, вот эта идея с шелковыми лентами, да? Потрясающая идея. Я как бьюти-блогер, должна сказать, я открываю большое количество календарей в сезон. Ну, может быть, не самое большое. Да, у нас вот Оля осень, она специализируется. У нее, если нет календаря у Оли, значит, его в природе, наверное, не существует. Я распаковываю несколько календарей, но все равно хватает впечатлений. Приходится пинцетом поддевать средства, ножницами, ногтями, там приходится как-то их выковыривать. Иногда за кадром остается, что я беру календарь адвент и просто вытряхиваю оттуда средства. И если учесть, что это
предпраздничное настроение, если учесть что-то побаловать себя, любимую, то такие ковырялки, они не подходят. Это не лакшери, это хрень. Поэтому это величайшее изобретение флорасис. Да, раньше я такого не видела ни у кого, ни в одном адвенте. И это действительно роскошь. Ну, у люксовых адвентов, у европейских, бывают такие коробочки, которые вынимаются. Это, конечно, очень удобно. Бывают открывающиеся какие-то отдельные ящички. Здесь тоже как бы все замечательно. Но именно если задумка, чтобы это все открывалось и оттуда все это доставалось, это обычно ужасно. Здесь такой проблемы нет. И здесь это все еще в пластике. Что это такое, сейчас расскажу вам. Здесь все подписано обязательно на английском языке. И это замечательное, натуральное, очищающее масло гидрофильное для снятия макияжа, санскринов и загрязнений. Это отличная вещь. У меня она есть в большой упаковке, в пробниках. Очень хорошо знаю это средство и очень люблю. Второй номер. За ленточку раз. Что же здесь такое красивое? Вы только посмотрите на эту роскошь, посмотрите на эти упаковки. Какой адвент! Все в своем стиле, все закрыто, запечатано, да? Потрясающе! Давайте открывать. И вот как отличаются эти календари от того, что расфасовывают европейские магазины, да и корейские магазины тоже. Какая-то рухлядь потрясающая. Ой, это отличная вещь. Это карандаш, да, и еще и с запасным блоком. Карандаш для бровей. Оттенок очень хороший, он идет абсолютно всем. И здесь есть щеточка. Линии получаются абсолютно натуральные. Когда начинаем пользоваться этим карандашом, я давно им пользуюсь, хорошо его знаю, даем немножечко разогреться, все, пошел. Можно сделать толстые линии, можно сделать тонкие линии, какие угодно. Можно потом так объединить бровь. Я им заполняю проплешинки. В бровях, да, у меня свои брови темные, но есть проплешинки. И здесь еще ко всему же имеется запасной блок. Очень хорошо знаю этот карандаш. Не стирается даже в жару, когда потеешь, не течет с лица. Это просто роскошь. Третий номер. Я даже волнуюсь, что же сюда могли положить. Так, берем ленточкой. Раз. Как мне нравится эта система. Господа, производители европейских календарей, просто посмотрите, как это делают в Азии. И здесь у нас румяна, да? Какая роскошь. Нет, это пудра. Давайте смотреть, какая. Так, отлично, все открывается, все продумано. Все упаковки. Так, и что здесь? Ой, какая тут маленькая роскошь. Ой, это мини-версия, которую так удобно класть в сумочку. Это мини-версия пудры. Ой, и здесь мини-спонжик. Но он, смотрите, какой. Это невозможно. Это незаконно. В нем есть все. Даже вот эта ленточка. Абсолютно такой же спонжик, как в большом размере. И это матирующая пудра лавандового оттенка. Что она делает? Она борется с выделением себума до того, как он начинает выделяться. Нежнейший, бархатистый финиш. Средство потрясающее. Если не пробовали, очень рекомендую. Дальше. Четвертый номер. Что у нас тут? Вылезает что-то очень красивое. И это губная помада-бальзам уходовая. Медовый оттенок. Где тут у нас бальзам? Ой, какие красивые. Это из фарфоровой линии белой. У меня очень много таких бальзамов. Очень их люблю. Какой красивый цвет. И цвет модный. Отошли уже все эти фиолетовые вещи, да? Здесь рябина.
какой нежный оттенок. И на губах это просто подчеркивает естественный цвет губ. Уходовые компоненты, женьшень, камелия – это что-то потрясающее. Дальше у нас с вами, это был номер 4, теперь будет 5. Ой, какая прелесть! Какая прелесть, что здесь! Это просто самый настоящий подарок, уже само по себе. Даже если бы здесь просто больше ничего не было, это их замечательный айлайнер от Florasis. Какой же он стойкий! Точно такой у меня можно видеть на всех видео абсолютно. И он не течет. У меня возрастные, дряблые, жирные веки. Как гофрированные, да, уже от возраста. И вот даже на них держатся в течение дня, в жару, как угодно. Наносим, даем высохнуть. Можно делать стрелки любые. И посмотрите, какая красота. Это нереально красиво. Так, полноразмерный, да? Дальше, шестой номер, вот он. Что у нас здесь? Как все упаковано, как все упаковано. Вы знаете, как для людей делали, да? Для людей, для женщин, с таким уважением к тому, кто все это будет открывать и использовать. Вот это Florasis, это их фирменный стиль. И это сатиновая помада с сатиновым финишем. Тоже, ой, таких у меня очень много. Целый рилс есть со всеми оттенками. И это сатиновый лак для губ. Бархатистый, нежнейший финиш. Очень красивый. Можно делать эффект размытых, зацелованных губ. И тоже огромное количество уходовых компонентов. Не сушит ни в коем случае. Просто потрясающий лак для губ. Седьмой номер. Что здесь такое большое? Ой, бабушка волнуется. Так, здесь что-то очень красивое. Так, так. И здесь у нас... Что здесь у нас? Ой, это хайлайтер. Какие у них красивые хайлайтеры. У меня тоже есть отдельный рилс. Там два оттенка, и это полноразмерный хайлайтер. Кроме того, что он действительно невыразимо хорош собой, посмотрите, какая это роскошь. Можно использовать вместо теней на середину глаза, подсвечивать скулы, подсвечивать кончик носа. Это нечто совершенно потрясающее. Немножечко на подбородок, на середину нижней губы зеркало. Полноразмерный хайлайтер. И здесь лотос, цветок лотоса. И все это тоже содержит уходовые ингредиенты. Это все без талька, без какой-либо химии лишней и вредной для кожи. Это потрясающие рецепты. Какая роскошь. Давайте смотреть, что тут еще. 8, 8 номер. Так, какая красотища. Что здесь? Так, это их фирменная губная помада. Помады у них, ребята, это что-то. Это потрясающее нечто. Ровно лежат, пигментированные, долго держатся. Оттенки самые-самые современные. А вот такой помады у меня даже нет. Это все холодное. Это фарфор. Это не пластик. Это фарфор. Не может такого быть. Да. Холодный ледяной фарфор. Посмотрите, какая помада. Какой здесь барельеф. Роскошный. Это нереально красиво. И опять модный кирпичный оттенок. Да? Снова ничего фиолетового. И здесь барельеф исторический. Каждое средство выполнено по мотивам каких-либо мифов древних, тысячелетней истории. Это тоже очень-очень интересно и дает огромный потенциал для творчества, потому что легенд много, да, и они все необыкновенно красивые. 9. Неужели это то, что я думаю? Я так обрадуюсь, если это то, что я думаю. Ой, это очищающий бальзам с женьшенем, просто в мини-версии.
какая роскошь. У меня есть такой очищающий бальзам. Он невероятный, абсолютно, да, это в мини-версии, здесь вот тоже все есть, инструкция, как пользоваться, да, и он нежнейший, это удовольствие, это просто удовольствие, наносим на макияж, на загрязнение, легкий массаж и смываем теплой водой, ой, какая роскошь, нереальная, дальше, это был 9-й номер, 10-й. Ну, они лучшие, наверное, собрали. У них все средства хорошие, но они из самых хороших выбрали лучшие. Что здесь? Наверное, кисточка, да? Должна же у них быть здесь хоть одна кисточка. У них кисти для макияжа. Это просто чудо. Я уже очень давно на них перешла. Да, да, и это их кисть. Кроме того, что она оформлена потрясающе. Ой, какая роскошь. Это натуральные кисти, они всегда замечательно срезаны и отделаны, и посмотрите, какая кисть, да? Она вот так вот может стоять. Очень люблю их кисточки, просто не нарадуюсь. Давным-давно заменила всю европейскую свою братью кистей. Это был 10-й, 11-й, да? Что здесь? Так. И здесь, да, но все-таки они меня порадовали. Да, и судя по упаковке, это полный размер. Это для губ. Мой любимый бальзам с женьшенем. Как же я его люблю. Заказываю просто нон-стопом. Ой, это он, боже ты мой. Смотрите, какая роскошь. Я вам сейчас покажу. И вы просто не сможете остаться равнодушными. Кто не видел, посмотрите, какой бальзам. И это не что иное, как палочка для набора средств. Так, тут тоже приклеена вся крышечка, чтобы нигде ничего не повредилось. Вот, вот он. Это гениальное средство. Наносим на губы. Здесь есть немножко мятки. И губы припухают, становятся очень красивыми, пухлыми. Но не безобразный, знаете, вульгарный такой вантус, кошмарный. Пережитки, наверное, 2010 года. А припухлые, словно зацелованные губы. Это одно из моих самых любимых средств от этого бренда. Безумно его люблю. И это полноразмерная версия. Смотрите, давайте что смотреть. В 12-м. У меня тоже есть предположение. Бренд славится, ну, собственно говоря, он начал свой славный путь со своих палеток. Да, и это палетка. Их палетками делал макияж на YouTube такой известный визажист, как Хиндаш. Я думаю, все его знают, да? Арабский визажист. Приятный, очень красивый молодой человек с баллонкой. Так, и он делал абсолютно нереально. Ой, какая палетка. У меня есть эта палетка, и я ее практически добила. Посмотрите, какая роскошь. Здесь все цвета юзабельные, очень приятные и подойдут кому угодно. Это для ежедневного макияжа. Но берем немножечко вот этих вот сияшек, и он превращается в вечерний. Это тени для истинных леди. Держатся, опять-таки, на моем возрастном, жирном и сморщенном уже немножечко верхнем веке, без каких-либо проблем, без подложек. Да? Это потрясающе. И, опять-таки, вот эту сияшку можно использовать как хайлайтер. Что я могу сказать в общем и целом? Я могу сказать, что этот адвент прекрасен. Просто прекрасен. И даже то, что он не на 24 дня, ничего страшного. Здесь собрано действительно, наверное, лучшее, что есть от этого бренда. Здесь есть их гениальная подводка, здесь есть палетки. Все открыло, да. Здесь есть абсолютно все. И, конечно, он невероятно красивый, изысканный адвент. Эти фирменные ленты шелковые, это удобство, как это все открывается. Вы знаете, это невозможно передать. Он роскошный. Молодцы, Флорасис. Просто умнички. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам такие настоящие люксовые адвенты с азиатской
косметикой. По-моему, они утерли нос европейцам на раз, два, три. Календарь волшебный. Такая сегодня получилась распаковка адвента. В общем и целом, я не просто довольна, я счастлива, что этот бренд сделал адвент. Наконец-то. Я думаю, что и другие люксовые азиатские бренды теперь подтянутся, посмотрят на этот головокружительный успех. И, конечно же, это потрясающий подарок, которому обрадуется любая девушка, вне зависимости от того, сколько ей лет, где она живет. И, кроме всего прочего, это не резиночки для волос, это не наклеечки и не маленькие какие-то странные книжки, да, вложенные в небюджетные люксовые европейские календари. Все из этого набора идет в дело. Все непременно. Поэтому мои самые теплые рекомендации для тех, кто еще не определился с подарком, да, для любимой, для кого-то близкого, почему не для себя любимой, да, это замечательный ответ. Напишите, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы с моим мнением, покорило ли вас это предновогоднее чудо. И я буду очень рада, если Флорасис и впредь такие адвенты будет выпускать.